девушек, женщин Тихвина поздравляет замечательная певица. Но ее сейчас не будет на сцене, потому что вместо нее будет Алексей Соколов. Но песня посвящена вам, дорогие наши девушки и женщины. Алексей Соколов! Появляется на сцене Дмитрий Гайворонский, а это значит, что сейчас мы услышим уникальную фантазию за авторством этого замечательного незаурядного пианиста, где классика встречается снова и снова с рок, джаз и поп-стилем. Классикал-буф, фантазия на знаменитейшие классические мелодии. Дмитрий Гайворонский и симфонический оркестр Ленинградской области. Thank you.
Дмитрий Говоронский. Ваши аплодисменты. Симфоничный оркестр Ленинградской области. Я очень хочу поблагодарить администрацию города Тихвин, администрацию Тихвинского района за возможность сегодня здесь быть у вас в гостях, поздравлять вас с этим праздником и чувствовать вот этот уникальный край своим сердцем и, наполняя его музыкой, чувствовать то, что возвращается нам сюда, то, что поселяется у нас здесь в сердце, то, что мы везем с собой по другим районам Ленинградской области, чтобы потом снова привезти сюда, в Тихвин, и снова дарить это вам. Спасибо вам огромное. Спасибо, Тихвин. Отдельное спасибо хочу сказать директору музыкальной школы имени Римского-Корсакова, Наталье Алексеевне. Наталья Алексеевна, спасибо вам огромное за помощь, поддержку и даже спасение в каком-то смысле. Спасибо вам огромное. Следующая композиция от Алексея Соколова и симфонического оркестра Ленинградской области для вас, Наталья Алексеевна, для вас. Thank you.
друзья, праздник продолжается, но мы свою программу постепенно завершаем. Последний наш номер оркестра Ленинградской области Дмитрия Говоронского. Это такое настроение в дорогу. Дорогу сегодняшнего дня, дня празднования, чтобы он прошел прекрасно, чтобы вы все напитались таких эмоций, чтобы следующий праздник встретиться и делиться еще ими, продолжать делиться, чтобы ваши семьи были всегда здоровы, чтобы благополучие было в каждом доме. И край, этот прекрасный край, процветал и развивался. Спасибо вам еще раз с праздником, дорогие и уважаемые тихвинцы. Thank you.